Друзья, готовимся к проведению конференции. Вот, вот так это выглядит. Это мобильный бродкаст. Работает с мобильного устройства, если вы заметили. А вот там, посмотрите, это все воспроизводится на устройство. И мобильное устройство в отличнейшем качестве. Друзья, поставьте по 10-бальной шкале, какого настроения. Сегодня у нас будет очень интересная кофе. Связано оно будет с продуктами, сервисами компании Вави. Как это использовать, как это применить для обычного человека, как это применить для предпринимателя, сетевика и других лиц. Поэтому я думаю, это будет кофе и записываться. Вижу много отзывов, друзья. Сегодня мы расскажем о том, как это все применять, как это все внедрить. И также много интересных историй, полезных рекомендаций, которые помогут вам улучшить этот бизнес. В общем, я в восторге. Все из вас пришли сюда за финансовую независимость. Вот поставьте плюсы, если я прав, что вы пришли сюда за финансовой свободой, за финансовую независимость, изменить свою жизнь, получить квартиру, купить машину, улучшить свое жилищное или финансовое условие и так далее, помочь огромному количеству людей это сделать. Эмоции вот эти не сдерживают, а так как сейчас он не дома, мы находимся все-таки в кафе, в людном месте, здесь также рядом есть люди, поэтому немножко тише разговаривать, чем обычно, но видно, насколько переполняют его эмоции. Друзья, у нас сейчас происходит конференция на порядка 180 подключений. Это порядка 500 человек находится на мобильное телевещание. То есть мы проходим сейчас с планшета. Я являюсь модератором, посмотрите. И Ольга Корчемкина является одним из спикеров. Это уже работает. Применяйте для своего бизнеса, и вы увидите, как намного проще и эффективнее работать. Рекомендую. Поделись, пожалуйста, возможно, сейчас уже как идет работа с новыми сервисами и, конечно, своими впечатлениями. Окей. Доброе утро, дорогие друзья. Когда мы получили наш продукт iWave Broadcaster уже с двухсторонней связью, ну, это было что-то невероятное, великолепное, потому что, когда я попробовал, когда я установил на планшет версию Broadcaster и включил, и начал пользоваться. Всем привет, доброе утро. Интересно, отвечайте, сначала ответьте на вопрос себе, а потом ответьте на вопрос людям, зачем им нужны наши сервисы. То есть не просто говорите, что вау, у нас не вышло, ответьте сначала себе, для чего. Увидьте, как люди будут использовать эту информацию, наши сервисы, как они будут использовать мобильное приложение, как они могут сейчас уже использовать наш iWave Broadcaster, как они могут скачать его и как они будут использовать. Во второй части Алексей обязательно с вами поделится, может быть, я также поделюсь, каким категориям людей мы можем сейчас уже предлагать. Сейчас вот мои наблюдения реальные по моему развитию самое интересное, по развитию команды. Намного проще, намного интересней стало работать со всеми тремя категориями людей. Важный момент для нас с вами, как для партнеров. Мы должны, кто знаком, да, с различными предложениями других сетевых компаний, обычных, можно сказать, да, традиционных сетевых компаний, там есть правило быть продуктом своего продукта. И у нас это должно быть также правило, как не оговаривается. Посмотрите, чтобы у вас обязательно было, может быть, смартфон, планшет, сделайте. Это сейчас уже не стоит дорогих денег. Привет, Алексей. Друзья, поэтому сделайте, чтобы у вас была хотя бы камера, которая работает на ноутбуках. То есть это вопрос нескольких, там, $1-$20 стоит камера, которую можно повесить себе на ноутбук, но показывать людям, что вы пользуетесь уже нашими сервисами. И что, для вас, как и для обычного покупателя, это ни о чем не говорит. То есть хорошо, ну классный продукт и здорово. Как я могу это и применить? И третий, самый высокий уровень продаж, когда вы предлагаете людям, рассказываете о дырах, которые он может делать с помощью этой дрели. Да, то есть то, что на самом деле интересует покупателя. Друзья, поэтому я рекомендую вам потихоньку переключаться на этот уровень. Что это значит? Когда вы огромное количество людей, сейчас мы об этом поговорим, показываете, как можно уже использовать эти сервисы, показывать, как с помощью них они могут улучшить свой бизнес, улучшить товарооборот, привлечь новых клиентов и так далее. И наша задача прописать вот эти целевые аудитории и просто позвонить, поднять трубку и сказать, что у меня для тебя есть классное предложение. В Харькове, вы, возможно, знаете, проходила предновогодняя
вечеринка Айвави Пати, да, New Year Пати, у нас было задание провести, как это называлось, сценку новогоднюю организовать. Так вот, мы проводили репетиции нашей сценки через наши сервисы. Мы находились в видеорежиме. Почему люди будут больше использовать наши продукты? Первое, мы в разы меньше потребляем трафика, да, то есть мы уже проверяли многократно, что Skype кушает примерно в 10 раз больше в режиме 1 на 1, чем наша конференция в 5 человек в видеорежиме в 5 потоках. То есть в 10 раз меньше потребления наших сервисов. Это важно, особенно для Украины, для России, где еще интернет не на самом должном уровне. Второй момент. Это сервис, который, наши сервисы позволяют 8 человек в видеорежиме общаться одновременно. Это потрясающая штука. В Скайпе с трудом происходит один на один, причем все больше и больше, дай бог здоровья Скайпу, он становится по качеству хуже. Но сейчас 5 человек в видеорежиме, я с кем, с предпринимателями, сетевиками общаюсь и говорят, это практически нереально, пообщаться в Скайпе 5 человек. У нас 8 человек в отличном качестве в видеорежиме. Следующее. Это возможность проводить видеоконференции на 500 человек через мобильное устройство. Вот мы сейчас с вами доказываем. В данный момент находится 193 подключения. И самое интересное, что тысячи людей могут находиться, слушать трансляцию уже удаленно. Представьте, вот настолько это круто. Следующий момент. Качество и функционал. Ну, уже не надо спорить. Вы посмотрите на это качество картинки. Да, то есть это действительно HD качество. Приятно смотреть без тормозов, без плавания. Да, то есть качество и функционал наших сервисов намного выше. Ну и самое важное, то, зачем мы здесь пришли. Да, каждый из вас, я уверен на 99%, что все из вас пришли сюда все-таки не за продуктами, а за финансово независимость. Это единственная IT-компания, видеокоммуникационная IT-компания, которая является действительно настоящим производителем, а не MLM ради MLM, да, которая позволяет нам зарабатывать на этом деньги. Это самое важное преимущество, это пассивный доход от рекомендаций. То есть вот сейчас в этом кафе находится человек 20. Я в конце, когда проведу это кофе, с некоторыми из них раздам визитки и с ними пообщаюсь. Как вы думаете, кому-то будет интересно то, что мы здесь натворили, вот эти видео и так далее? Те же бармены уже в шоке, потому что они думают, что там у них происходит. Это наши клиенты. За то, что я сейчас привлекаю нового партнера, я зарабатываю минимум $75 с одной продажи. А человек счастлив, доволен, занимается своими делами и начинает строить также бизнес.